Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня у нас будет блюдо замечательное. Это рыба, в данном случае морской окунь. Я ее почистил, подготовил, сделал надрезы. И сейчас, пока ее в сторону, будем готовить маринад. Для маринада нам понадобится немножко оливкового масла. Буквально капельку соевого соуса, перца черного, свежемолотого паприки, карри, сушеный базилик, все помаленьку, и розмарин. Это из специй. Розмарин очень хорошо идет к рыбе. Такой еще будет для аромата чесночок свежевыдавленный. Буквально два зубчика. Вот такой маринад, ароматный. Теперь нашу рыбку мы замаринуем. И будем использовать наш маринад. Эту нашу приготовленную рыбку мы уберем буквально минут на 30 в холодильник, чтобы она у нас промариновалась, набрала аромат. Закрываем контейнер и убираем в холодильник. На дно мы наливаем оливковое масло. Делаем подушку из лука нарезанного. Лук немножко подсолим. Выкладываем нашу рыбу, которая промариновалась уже. Выкладываем ее на лук. В сметану мы добавим немножко паприки. Перемешаем все. Сверху положим свежий розмаринчик, у нас свой растет, и посыпем сыром. И наше блюдо ставим в духовку, разогретую до 180 градусов на 20 минут. Так, у нас блюдо готово. Вот такая красота ароматная получилась. Очень все отлично приготовилось. Рекомендую такое блюдо. Попробуйте, вам очень понравится. Ароматное и, поверьте, очень вкусное. Желаю вам приятного аппетита. Всего вам доброго. До свидания.